Ля, ты видел, что с мылом в микроволновке происходит? Чтобы ты не провонял свою кухню, это сделаем мы. Берем небольшой кусочек мыла и кладем его в микроволновку на максимальную мощность. Всего через несколько секунд вырастает огромный шар пены. Мыло содержит связанную воду, а микроволновка разносит ее в щепки. Просто эффектно и воняет как жопа.